пленная царевна грустно задумчиво бледна и безнадежно влюблена. Сегодня музыка больна, едва звучит на пиано, она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Она хорошо знала Вертинского по пластинкам. Их привозили в Шанхай из Европы. В крупных портовых городах никогда не отстают от жизни. Но эту песню Лидия Цыргвава слышала впервые. Вместе с друзьями она пришла на концерт в кабаре «Ренессанс», а в русском районе на авеню Жук. Это было самое модное заведение. Вертинский выступал здесь каждый вечер. Отлив лениво ткет под ним узоры пены. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Окутанный сигаретным дымом, он пел под аккомпанемент рояля в черном смокинге, элегантный, высокий и молодой. В нем было столько достоинства, столько артистической гордости. Он словно бросал кому-то вызов. Песня называлась «Прощальный ужин». Он написал ее всего год назад уже здесь, в Китае. 5 долгих лет прошло с тех пор, как он приехал сюда. Он задержался, но дальше пути не было. Здесь, в советском консульстве, ему дали надежду на возвращение домой. Посол лично вызвал Вертинского и предъявил ему официальное приглашение. Я разревелся в кабинете посла, когда меня вызвали в консульство и объявили об этом. Этого не выдержали бы ничьи нервы. Все слова излишни. Вертинский строил планы, ждал год, другой, третий. Но в консульство его больше не вызывали, и о бумагах на въезд в Советский Союз не заговаривали. В Европе тем временем разрасталась война. И в череде политических игр родине стало не до Вертинского. Ничего этого Лидия Цыргвава знать не могла, но там, в прокуренном зале модного кабаре, она почувствовала к нему жалость и еще нежность. Он ранил ее своим пением, ранил этим своим вызовом. Ей очень захотелось его защитить. Сели за столики, стали его слушать. Пел он изумительно. Особое впечатление на меня произвело, когда он спел свою знаменитую вещь «Прощальный ужин», в особенности последняя фраза: «Я знаю, даже кораблям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам». Их познакомили после концерта. Вертинский был очарован. Девушка, которую ему представили, была необыкновенно хороша, хрупкая, бледная, с огромными зелеными глазами и удивительным изгибом рта. Она сказала, что по отцу грузинка, ему это понравилось. Вертинский обожал грузин. Спросил: «А как вас грузины зовут?» Она ответила, что ее имя Лиля, но грузины не уговаривают звук «я», получается «Лила». Александр Николаевич улыбнулся: «Я вас тоже буду звать Лила, ну и вы меня тогда зовите Сандро». Такая у нас началась игра. Он звал меня Лила, я его Сандро. Они стали встречаться, но слишком часто видеться не могли. Лила работала, и время для свиданий находила только по выходным. Сандро скучал без нее. Ему постоянно хотелось говорить с ней, говорить о ней, и он слал ей письма. Писал каждую ночь. Хотя раньше никому никогда не писал, даже друзьям. «Я вас обожаю, моя маленькая грузинка. Сегодня над городом летели 2 орла. Я видел их из моего окна. Странно, как они сюда попали. Я почему-то подумал о вас». Лила попала в Шанхай в 10 лет.
а родилась она в Харбине. Там обосновалась большая грузинская община. Отец Лилы, Владимир Цыркваво, был служащим китайского восточной железной дороги. Мама Лидия Павловна происходила из семьи сибирских староверов, осевших в Маньчжурии еще в начале века. Отец умер рано, и через год после его смерти Лила с мамой переехала из Харбина в Шанхай. В Шанхай перебирались многие. Беженцам из России этот город казался средоточием благополучия. Промаявшись десяток лет в провинциальном Харбине, иммигранты рвались сюда. Шанхай будил в них забытые мечты о столицах мира. Здесь искали удачи, искали лучшей жизни. Кто-то случайно находил. Интервью Александра Вертинского для русской газеты в Шанхае. Это действительно экзотический город, несмотря на подчеркнуто европеизированный вид. Чувствуется дыхание мирового центра. Но, к моей радости, оно не заглушило движение русской жизни. Шанхай Вертинский был очень популярен. Сразу после своего приезда он дал 20 больших концертов. Шаляпин до него смог собрать всего 2. Телефон в номере отеля разрывался. «Повеситься можно», – шутил Вертинский. И каждые 3 минуты терпеливо разговаривал с очередным поклонником. «Вертинский у телефона. Что? Очень приятно. Спасибо, спасибо. Напрасно беспокойтесь. Конечно, это буду я сам. Я не вожу с собой двойника». Его ходили смотреть. Было на что смотреть. Когда-то давно, когда Вертинский еще осваивался на сцене, критики ругали его за жеманство. Ругали дружно, но он уже понял. Знал, это работает. Тратили бы газетчики свой яд, если бы не работало. Любая его песня становилась спектаклем. Он играл тонко, точно, глаз не оторвать. Публика на концертах, как под гипнозом, следила за каждым поворотом его головы, за каждым движением рук. Они поражали всех, его руки, с тонкими, длинными, артистичными пальцами. «Такие руки не сделают больно», — сказал ему однажды военный врач. Шла Первая мировая война. Вертинский, совсем молодой тогда, разматывал грязные бинты и промывал раны солдатам в московском госпитале. Он оказался там случайно. Шел по Арбату, увидел, как из карет выгружают раны. Стал помогать. Потом по просьбе врача поднялся в перевязочную. Через несколько дней Вертинский добровольцем записался на санитарный поезд, который вывозил раненых с передовой. Фамилию его почти никто не знал. В списках он числился как брат Пьеро, недаром же актер. Перевязывал ловко, быстро и аккуратно. «Твои руки, Пьероша, священные», — говорили ему. Он был незаменим и как-то раз проработал без перерыва 2 суток. В глазах у меня бешено вертелись какие-то сине-красные круги. Я шатался, как пьяный, мало что соображал. Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. «Спойте что-нибудь», — попросил голос. Я наклонился, присел на корточки. «Петь? Почему? Бредит он, что ли?» «Спойте. Я скоро умру», — попросил раненый. Словно во сне я опустился на край носилок и стал петь. Закончил ли я песню, не помню. Утром брата Пьеро с трудом разыскали. Он спал, положив голову на грудь мертвого солдата. Как давно это было? Теперь он пел в китайских кабаре. И еще он был влюблен. Из письма Александра Вертинского Лидии Цыркваво. «Какая у вас походочка, ровненькая, с большим достоинством. Как будто вы зашли на минуточку и очень торопитесь осмотреть этот город. А поезд скоро уходит. Вы мне прищемили сердце своим каблучком». Лила была совсем не похожа на тех женщин, с которыми я сталкивался здесь. Большей частью несчастные, неустроенные. Они служили кельнершами в ресторанах или танцевали в клубах для матросов. И все как одна выдавали себя за генеральскую дочь. Попасть на содержание к богатому жулику считалось у них большой удачей. Они не были виноваты. Так сложилось. Вертинский сочувствовал им, посвящал им песни, и они его обожали. Песня «Dancing Girl» имела большой успех.
Но Вертинский безжалостно вычеркнул ее из репертуара, выкинул вскоре после знакомства с Лилой, хотя ей песня нравилась. Из письма Александра Вертинского Лидии Цирглавой. «Маленькая, как себе хотите, а я Dancing Girl петь не буду, довольна мелодрам. У меня отвращение к этим харбинским фросе, исчисляющим в американских долларах свой сексапил». Иностранке, чтобы прилично устроиться в Шанхае, нужно было знать английский язык. Лила знала. Она закончила английскую школу, потом освоила стенографию и теперь работала секретарем в конторе солидной пароходной компании. Все складывалось хорошо. Маллеровские капитаны частенько захаживали в контору. Веселые, загорелые, холостые. Она легко могла выйти замуж за какого-нибудь из них и уехать навсегда в Британию. Об этом мечтала ее мама. Роман дочери с певцом из кабаре приводил ее в ужас. Ну и что с того, что он знаменитый? Он ведь старый, старый! Из письма Александра Вертинского Лидии Цирглавой. «Вчера пел в Лайсиуме и простудился. На сцене такой сквозняк, что меня прохватило, и я не могу даже повернуть шею. Вот я теперь несчастна. Наверное, скоро умру. На могилу приносите только ландыши, а то я другие цветы не так люблю». Ей было 18, ему 52. К своему возрасту Вертинский тогда относился с юмором. Он позволял молодым приятелям называть себя дед, но лет своих не чувствовал, не считал. Считал только годы вдали от родины. Из России он уехал в 1920-м на одном пароходе с офицерами разбитой белой армии. В Китае оказался спустя 17 лет. До этого были Америка, Палестина, Франция, чуть ли не вся Европа, за исключением Германии. В Грецию было нельзя. Он пользовался паспортом греческого гражданина, получил его нелегально, дал взятку турецкому чиновнику и стал Александром Вертидисом. С тех пор мог свободно ездить по миру, а мир достаточно просторен и без Греции. Бананово, лимонном Сингапуре, в буй, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазурь птиц даль краман. Вертинский колесил из страны в страну, записывал пластинки, выступал. Буй, когда у вас на сердце тишина, случалось разное. В Румынии он даже попал в тюрьму. Его выпустили, но оставили совсем без денег. Он едва выкарабкался. Сначала пел в грязном третьесортом Шантане, потом в Альказаре, самом шикарном ресторане Бухареста, где иностранных артистов держали для стиля. Там он получал много больше, но все-таки недостаточно, чтобы уехать. «Я пел сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твердо, не ища настроения, не дрожа, не расстраиваясь, как человек на посту». А в скором времени Вертинский оказался в Польше, получил приличный ангажемент и надолго забыл о нужде. В Варшаве он одевался у лучших портных и жил в роскошных апартаментах отеля «Бристоль» рядом с президентским дворцом. В каждом музыкальном магазине продавались ноты его печальных песен. За билетами на концерты очереди выстраивались с утра. Но становиться польским артистом он вовсе не собирался. И еще этот сон. Он видел его снова и снова. «Мне снилось, что я наконец возвращаюсь домой и укладываюсь спать на старый мамин сундук, покрытый грубым деревенским ковром. Неизъяснимое блаженство охватывало меня. Наконец я дома». Сундук стоял в передней в доме его тетки в Киеве. Там прошло его детство. Что он помнил о детстве? Так, обрывки, лоскутки. Помнил маму в серебряном гробу, все в цветах. Она умерла, когда ему было 3 года. И он, не понимая, совал ей в сумку губы шоколадку. Помнил похороны отца, 3 годами позже, отпевание в маленькой церкви и огромную серую толпу людей.
Помню, как ненавидел тетку, воровал у нее мелкие вещи из комода и продавал на толкучке. Как потом избитый плакал на мамином сундуке. Отчетливо помню фрески во Владимирском соборе и хор, от которого на душе становилось страшно и радостно. Еще весной. Каждый год она приходила точно в день его рождения, 9 марта, и никогда не опаздывала. Он искал этого ощущения весны год за годом, город за городом, но находил только воспоминания. Дважды он хлопотал о возвращении на родину. Сначала обратился в советское консульство в Варшаве, потом в Берлине, лично к главе советской делегации Луначарском, не достучался. Однажды еще в Румынии он находился от родного берега так близко, что уловил даже тихий звон колоколов. Стоял на другой стороне Днестра и смотрел, как синеет за рекой маковки церкви, как пасутся коровы. Его охватило отчаянное желание броситься в воду и плыть. Всего несколько десятков саженей. Он сможет, доплывет. «Никого нет, не поймают», — мелькало в голове. «А там, там что?» Часовой спокойно выстрелит в упор, и все, кому мы нужны, беглецы, трусы. 25-й год. Очередная весна застала Вертинского в Париже. Цвели каштаны, продавались фиалки, но пахло здесь исключительно духами. Этот город покорял всех, сумел покорить его. О Париже Вертинский вспоминал с трепетом. Любил французскую кухню и часто баловал своих шанхайских друзей салатами. Готовил для честной компании прямо во главе ресторанного стола. Официант приносил Вертинскому крахмальную салфетку, посуду, продукты. И начиналось колдовство. Он точно знал, сколько налить масла, выдавить лимоны и как ловко все смешать, не повредив ни одного салатного листа. Лидия Церглава любила наблюдать за Вертинским в такие моменты. Ей нравились эти шумные застолья, нравилось, как увлеченный Вертинский рассказывает о далеком прекрасном городе, где он провел 10 лет. Для русских Париж был доброй мачехой. Там они чувствовали себя по-свойски, устраивались легко. Кто-то открывал магазинчики, кто-то салоны мод. Лучше всего дело шло с ресторанами. На работу сюда нанимали тоже русских. Гарсонами, метродотелями, музыкантами. Заведения с русской атмосферой пользовались тогда большим спросом. На «Амбьянс Рус», на «Амбьянс Рюс» публика покупалась охотно. Пришелся в пору и Вертинский. Хотя удалые тройки с бубенцами он принципиально послал куда подальше. Твердо стоял на своем. Однажды какой-то нелепый англичанин во фраке поверх свитера попросил музыкантов исполнить для него одну русскую вещь. Она ему очень нравилась. Сказал, что слышал на пластинке у своей знакомой. Стал напевать. Русской вещью оказалась «Танго Магнолия» нелепым англичанином принц Уэльский. Как же он обрадовался, когда узнал, что петь для него будет лично автор произведения. От криков попугая, как дикая магнолия в цвету. Удивительных встреч было много. Вертинский познакомился с Марлен Дитрих и Чарли Чаплином, пел для Мэри Пикхард и Дугаса Фернбукса, для таинственной Греты Гарба, для могущественных Ротшильдов и Морганов, для князей дома Романовых. Он снимался в кино с Иваном Мажухиным, общался с Тамарой Корсавиной, наставлял в светских танцах Анну Павлову и принимал похвалы от самого Фёдора Шаляпина. «Еще, дорогой, пой еще!» – басил Шаляпин. Вертинский послушно пел, на столе остывала заказанная знаменитым гостем солянка. Когда Вертинский увидел Шаляпина в зале ресторана, он здорово перетрусил. Петь в его присутствии не хватало духу. Спрятался от позора в туалете. Но Шаляпин приехал именно ради Вертинского. Беглеца отыскал и громовым голосом велел: «Пожалуйте петь! Как тут не подчиниться?» В Китае Вертинский снова играл в прятки. Теперь он старался не попадаться на глаза Лилиной маме. Но она, как нарочно, часто оказывалась рядом с кабаре «Ренессанс» и заходила на чашечку кофе. «По-моему, она ходит в «Ренессанс» специально, чтобы убедиться в моем существовании. Иногда, когда очень сильно ненавидишь человека, не можешь жить без него. Не случалось ли так с мамой?» Я шучу, конечно. Вертинский знал, что дома у Лилы проблемы.
Знал, что все из-за него, но почему? Лила умолчала. Язык не поворачивался сказать. 34 года разницы. Для Вертинского это не имело значения. Он бы просто не понял. Дела разрывалась. Жалела маму, но не встречаться с Вертинским уже не могла. Она влюбилась. Влюбилась окончательно. Он был такой обаятельный, умный. С ним никогда не было скучно. Но что-то все-таки смущало ее. Может, ревность? Она не знала. Все для нее было впервые. Вы спрашиваете насчет девочки из бара? Да, она мне нравилась. Ровно столько времени, сколько может нравиться какая-нибудь вещь в этом магазине. Она мне нравилась, поскольку я ее не знал. Потом я увидел, что она грубая, невоспитанная и вульгарная девочка для матросов. Вот и все. У меня ничего с ней не было. А как же ваша жена? Не сдавалась Лила. Жена? Да, он действительно когда-то был женат. Жену звали Рахиль. Имя свое она не любила, и при замужестве вместе с новой фамилией взяла другое – Ирен Вертигес. Промучились вместе несколько лет. То разлучались, то сходились вновь. Ирен не умела прощать мужу дежурных влюбленностей. Их было много, они вспыхивали и гасли. Оставались песни – печальные или насмешливые, но неизменно красивые, как сами их вдохновительницы. В эту бледность лица. До восторга, до муки обожженного песни моей. Где-то в позапрошлой жизни в России, в Москве, он встретил женщину, глядя на которую боялся дышать. Он привез ей с фронта письмо от мужа, прапорщика Холодного, и был сражен ее красотой. Вера воспитывала двух дочек и отчаянно нуждалась в деньгах. Вертинский убедил ее пробоваться в кино. У него были связи на фабрике Ханжонкова. Раньше он работал там в съемочной группе и время от времени сам играл в фильмах небольшие роли. Кино не считалось тогда искусством, скорее чем-то вроде балагана, но платили хорошо. Ее сразу утвердили на главную роль, потом она получила еще одну и еще. Ухаживать за ней Вертинский не смел. Их связывала нежная дружба. И все-таки сердце не слушалось, замирало. От Веры Холодной все тогда сходили с ума. И она ускользнула из его жизни. Ускользнула к успеху, к всенародной любви. Разве мог он ее удержать? Вертинского ждала собственная слава. Его первая концертная программа произвела в Москве настоящий фурор. Публика тогда жила сенсациями. Светскими, уголовными, литературными. Поэты собирались в прокуренных кафе, спорили, щеголяли оригинальностью взглядов. Старые формы никого уже не трогали, всем хотелось скандала. Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на неделю вперед. Получал я уже 100 рублей в месяц. Программа называлась «Песенки печального Пьеро». Вертинский выходил на сцену в гриме и балахоне белого клоуна и пел под мертвенным светом ламп. Я люблю вас, моя... Комичный, благородный страдалец с манерным французским «р». Я был молод, был застенчив, боялся смотреть в лицо публики, и я скрылся под маской и костюмом печального Пьеро. В обществе, где каждый третий припудривался кокаином, утонченная болезненность была в моде. Портреты Вертинского в образе Пьеро красовались в витринах на Кузнецком. Курсистки переписывали его стихи в свои девичьи альбомы, и каждый раз у входа в театр его ждали толпы поклонниц и поклонников. Шел 1917 год. Державный трон опустел. На площадях с утра до вечера проходили митинги, в магазинах и ресторанах стали расплачиваться киринками. Совершалась подозрительно нестрашная революция. В октябре дирекция театра решила дать Вертинскому бенефис. В тот вечер печальный Пьеро вышел на сцену в черном. Успех был бешеный. Цветы из театра бенефициант вывозил на 3 извозчиках, но до квартиры своей не доехал. В городе началась стрельба. Извозчики испугались. Барина высадили, а цветы сгрузили к памятнику Пушкину. Было 25 число по старому календарю. Грянула революция настоящая.
Я не знаю, зачем и кому это нужно. На улицах шли бои. Несколько дней юнкера и офицеры военных училищ удерживали от большевиков Кремль. А потом их только убили, этих юных защитников Москвы, всем городом. Опустили их вечный покой. Романс в честь погибших юнкеров звучал на каждом концерте Александра Вертинского. Он исполнял его без грима, с открытым лицом. Тогда он за себя не боялся. И какая-то жень... Настоящий страх Вертинский впервые испытал, когда на пути из Шанхая в Циндао его пароход попал в тайфун. Судно швыряло, как коробок спичек. Каюты заливало водой. Пассажиры обезумели в панике. Я подумал, неужели это конец? Неужели я должен утонуть сейчас, навсегда потерять все теперь, когда Бог послал мне эту девочку на пороге счастья? Вертинский стал молиться. «Господи, помоги, спаси, помилуй». И вдруг, вот, будто рукой Всевышнего, пароход развернул и вытянул из воронки тайфуна. Это было чудо. Потом пассажирам сказали, что в третьем классе умер старик. «Вместо меня», — подумал Вертинский. Его переживания Лила всерьез не приняла. Что такое тайфун в открытом море, она знала. Однажды во время отпуска ей самой довелось такое испытать. Отличное было приключение. Вертинский нервничал. Ему казалось, Лила не понимает все силы его любви. Она вообще стала вести себя очень сдержанно, писала редко, почти не звонила. «У меня на всем свете и во всей жизни ничего кроме вас нет, и поэтому надо со мной деликатно обходиться, а не так рвать. Ни звонка, ни письма, а то я все песни свои порву на клочки и петь брошу, и черт знает чего наделаю. Ваш несчастный, заброшенный, покинутый, одинокий, как собака с Андре». Вертинский настойчиво звал Лилу замуж, но она уходила от ответа. В случае замужества ей пришлось бы уволиться с работы и потерять казенную квартиру. Но это было не главное, она сомневалась. «Мне кажется, что я в заблуждении и не могу найти выхода», — призналась Лила наконец. «Выходит так, что я вскружил вам голову, как опытный ловелас, молодой девушке, и вы сами не знаете, что делать? Я не могу заглянуть в ваше сердце. Может, вам просто льстит, что за вами ухаживает человек с таким диапазоном успеха, как Вертинский?» Артист диапазоном не любил бессировать. Говорил это все равно, что повторно объясняться в любви. На первое признание женщины откликаются всем сердцем. Во второй раз те же самые слова слушают настороженно. Не проскользнет ли фальшь? И если уж Вертинскому приходилось петь на бис, то песня обязательно звучала иначе. Находить новые интонации он умел. «Делайте так, чтобы в пасхальную ночь мы были вместе. Это было моей мечтой с детства. Церковь, заутренняя невеста. Рядом тоненькая и светлая, как восковая свечка». Они обвенчались в апреле 42 года в православном соборе на улочке Поль-Анри. На церемонии собралась вся эмигрантская богема. Артисты, музыканты, кипачи, цыгане, обожавшие Вертинского «Dancing Girls», по торжественному случаю были одеты скромно и не накрашены. Глядя на белое платье невесты, они украдкой вытирали слезы. Свадебный прием закатили в ресторане «Мексиканы», где Вертинский в то время пел. Гуляли широко. С поздравлениями спешил весь русский Шанхай. У стойки бара росла гора подарков. Забрать их молодожены решили утром, слишком устали. Но к утру подарков и след простыл. Хозяйка ресторана на голубом глазу обвиняла в воровстве какого-то китайца. Скандалить Вертинский не стал. От работы в Мексикане он тогда сильно зависел. Жизнь в Шанхае изменилась. Китай к тому времени был оккупирован японцами, работа стала трудно, цены росли. Перед каждым своим выступлением Вертинский выкупал из ломбарда франк, а после сдавал снова, до следующего раза. Лила ждала ребенка. Надо было решать, как оплатить услуги акушера. Где найти деньги на приличную клинику для Лилы, Вертинский придумал. Купил 5 бутылок водки и припрятал до срока. Когда жене пришла пора рожать, водку продал. Цены на спиртное за это время так подскочили, что прибыль от продажи покрыла все расходы. В июле 43-го у Вертинских родилась дочка Мариана. А осенью пришли визы на въезд в СССР. Очередная просьба о возвращении была рассмотрена лично Вячеславом Молотовым.
Через советского посольского чиновника Вертинский передал ему письмо. «Я еще буду полезен родине. Пустите нас домой». Пустили. В ноябре на японском пароходе «Дайрин Мару» Вертинский с женой, дочкой и тещей уехал из Шанхая навсегда. Сначала морем до китайского Даляна, потом поездом через Маньчжурию в заснеженную Читу. Здесь артиста Вертинского ждало распоряжение дать несколько концертов в местной филармонии. На свой первый советский гонорар Вертинский купил жене Лиле валенки. Через 2 недели тронулись дальше, в Москву. Перед самым отъездом Лилу украли корзинку с бутылочками, кашами и молочными смесями для дочки. Провожавшие успокаивали: «Не пропадете, на станциях бабы продают молоко». Но оказалось, купить его просто так нельзя. Нужна пустая бутылка на обмен. Иначе продавать никто не соглашался, даже по двойной цене. Стеклянная посуда была в дефиците. На первой станции Вертинский растерялся, на следующий действовал решительно, сунул молочнице деньги, вырвал бутылку и кинулся к вагону. «Держи, вора, держи!» – вопили вокруг. От погони артиста умчал поезд. Лила со слезами смотрела на бледное и счастливое лицо мужа. Теперь у него было молоко и бутылка на обмен. Возвращение Вертинского стало сенсацией. В западной прессе засуетились. «Расстрелян на границе», – писали одни. «Упекли на Колыму», – утверждали другие. «Торгует газетами у Моссовета», – причитали третьи. Не успокоились даже после того, как Вертинский выступил на радио. Старый трюк с пластинками – это не Вертинский. То, что вечный эмигрант вне запрета, с трудом верили даже свои. Правда, из 100 с лишним песен исполнять ему разрешили не больше 30. Хлопотали о создании Вертинскому нового советского репертуара. Сталин не стал это обсуждать. Кому не нравится, тот пусть не слушает. Сказал, как отрезал. Вертинского прикрепили к Всероссийскому гастрольному концертному объединению и установили рабочую норму – 24 выступления в месяц. Публика встречала его восторженно в Сибири, на Кубани, на Урале, везде. Но Свердловский окончательно свел с ума. Все тут помешаны на Вертинском, принимают меня трогательно, нежно, до слез. Я рад, что вернулся домой. Свой настоящий дом у Вертинских появился в 46-м. В тому времени детей у них было 2, родилась Настя. Семье выделили небольшую квартиру на Хорошевском шоссе, которую вскоре удалось обменять. Жили в центре Москвы. Но дома Вертинский бывал до обидного редко. Пропадал на гастролях. Ничего нового в этом нет, писал он жене. Мужчина – глава семьи, он должен работать. Все. Работал как проклятый. Горел. Это ведь счастье – петь в своей стране. Но хлеб родины оказался слишком горьким. Вертинский тосковал по жене, дочкам. Страшно переживал, что они растут без него. У меня завелись ангелята, завелись среди белого дня. Все, над чем я смеялся когда-то, все теперь восхищает меня. Считаться с артистом в гастрольбюро не собирались. Доход Свертинского был бешеный, пусть поет. Мелькали вокзалы, промозглые гостиницы, нетопленные залы. За кулисами толкались поклонники, не было конца восторгом. Его это больше не трогало. С утра ревел. Не находил себе места. Все думал о доме, о тебе, о детях, о том, что никакой жизни у меня нет. Все праздники я где-то сижу в дырах. Ни твои, ни детские дни рождения никогда не провожу дома. Мне надо отдохнуть и полечить как-нибудь нервы. Сердце у меня дрожит целый день, как телячий хвост. Вертинский все чаще задумывался о смерти. Дай руку мне, смотри, не отрывая, но этих грез печальник не буди. Они одно твердят сейчас, лаская. О, жизнь моя, постой!
неукорим. Если я кокнусь, вам никто не поможет. Входи как-то в жизнь, настраивала жена. Лила училась. Она поступила в художественный институт имени Сурикова. Преподаватели ее хвалили. Единственная дисциплина, которая никак не давалась – марксизм-ленинизм. Вертинский собственноручно писал для жены шпаргалки к экзамену. На каждой ставил свой автограф. А. Вертинский. Размашисто от души. Как-то будущей художнице позвонили с Мосфильма. Режиссер Птушко искал актрису на роль птицы Феникс в фильме «Садко». Требовалась нестандартная красота. На премьеру Лидия пришла с мужем. Ее обступили, засыпали комплиментами. Говорили, что с такой внешностью она сделала бы блестящую карьеру в Голливуде. Вертинский был невероятно горд за жену. Его самого звали в кино за видным постоянством. Роли давали интересные, утверждали без колебаний. За фильм «Заговор обреченных» он даже получил сталинскую премию. Но связываться с киношниками Вертинский зарекался каждый раз. На площадке вечная неразбериха, между дублями часы ожидания и непременное жульничество при расчете. Все это опустошало не меньше, чем бесконечно. Иссушил землю нашу, и стала она пустынной и бесплодной, как смоков. Он разлюбил свое искусство. Оставалось немного тщеславия, вот и все. Еретиков и богоотступников. Мне впрыснули эликсир времени. И вот он начинает действовать. Сначала у меня пропал аппетит к жизни. Я разлюбил природу, музыку, людей, разлюбил цветы, стихи, книги, театр, многое другое. Сужается круг. Я уже очерчен мелом, как гоголевский философ Хамабрут. В мае 57-го Вертинский давал концерт в Московском доме актера. Публика настойчиво просила его спеть «Прощальный ужин». Он делал вид, что не замечает выкриков из зала. Исполнять эту драму почему-то не хотел. В зале не унималось. «Прощальный ужин! Прощальный ужин!» «Есть на ночь вредно!» – отшутился был Вертинский. Но пианист уже взял первые аккорды. После концерта Вертинский ужинал с друзьями в ИТО. Играл оркестр, и Александр Николаевич пригласил, жену на танец. Сколько таких вечеров отняли у них разлуки. Но любовь не картошка. Завтра ему снова надо было уезжать. Три года назад, поздравляя Лилу с годовщиной свадьбы, он не мог сдержать горечи. 12 лет нашей свадьбы. Поздравляю тебя. Ну что ж, прожили, как сумели. Удовольствие для тебя небольшое, по твоим словам, но содеянного не исправишь. Мы ведь любили друг друга. Такие ошибки делают миллионы людей, не мы первые и не мы последние. Лидия готовилась к новой премьере. Она сыграла герцогиню в картине Григория Козинцева «Дон Кихот». Афиши уже были расклеены. На этот раз муж не мог пойти с ней, выступал в Ленинграде. Междугородний звонок застал ее за примеркой платья. «Срочно приезжайте, Александр Николаевич болен». Утром у поезда ее встречала вся концертная бригада. Пианист, администратор, люди из филармонии. Лидия сразу поняла, Вертинского больше нет. Не выдержало сердце, констатировал врач. Меня повезли в гостиницу «Астория». Я вошла в номер 208. Номер небольшой, с маленьким альковым, где кровать, на которой умер мой муж. Постельное белье просто не в беспорядке. Ничего не прибрано, не успели. Эту кровать со скомканным постельным бельем я запомнила навсегда. На столе в номере лежал пригласительный билет в кино. Вертинский успел посмотреть «Дон Кихота». За час до смерти он сидел в зале Ленфильма и восхищался своей прекрасной и талантливой женой. Спустя много-много лет внук Степан звал Лидию Владимировну съездить в Шанхай. Но она не согласилась. Зачем? Разве мог шумный современный мегаполис остаться тем прежним Шанхаем?
города, где она встретила свою первую и единственную на всю жизнь любовь.